Эффект домино. Какая страна следующей задумалась о выходе из ЕС? Скинулись и купили. Узнайте, на что потратили 160 миллионов евро два крупнейших европейских музея. Зима близко. Луи Виттон представил свою осенне-зимнюю коллекцию в Париже. С мячом на слоне. В какой стране мира можно поучаствовать в уникальном состязании? Решительные меры, как лекарство от экономической слабости. Европейский Центробанк радикально понижает процентную ставку для коммерческих банков до 0%. Кроме того, коммерческим банкам в Германии предоставят возможность купить облигации на сумму 80 миллиардов евро. Это на 20 миллиардов евро больше, чем обычно. Мы, конечно, рады такому решению Центробанка. Оно превышает даже самые оптимистичные ожидания рынка. С одной стороны, они понизили процентную ставку, а с другой расширили программу закупки облигаций. Я думаю, что вскоре мы увидим позитивные изменения на рынке. В целом, Центробанк решил увеличить размер программы поддержки коммерческих банков до почти 2 триллионов евро. Совет Европы утвердил продление индивидуальных санкций против граждан России и против российских компаний в связи с украинским кризисом. Действие черного списка продлевается до 15 сентября. Решение о продлении санкций связано с продолжающимся подрывом или угрозой территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Всего в черном списке 146 физических и 37 юридических лиц. Отмечается также, что трое человек исключены из черного списка, поскольку их уже нет в живых. Индивидуальные санкции в отношении физических и юридических лиц, которые Брюссель считает ответственными за подрыв территориальной целостности Украины, были введены в марте 2014 года. Ограничительные меры предполагают запрет на въезд в страны ЕС, а также замораживание активов в странах Европы. Парламент Финляндии в ближайшие недели рассмотрит вопрос о выходе страны из еврозоны. Заняться обсуждением этого вопроса депутатов заставила петиция, набравшая более 50 тысяч подписей граждан страны. Точной даты пока нет, но предварительные обсуждения состоятся в парламенте в ближайшие недели, сообщили в секретариате парламента. Согласно результатам соцопроса, проведенного в ноябре прошлого года, 64% финнов высказались за то, чтобы их страна оставалась в еврозоне. Напомним, в феврале премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон смог добиться соглашения по особому статусу его страны в Евросоюзе после марафонского саммита. Кэмерон будет агитировать за то, чтобы на референдуме британцы голосовали за сохранение членства страны в ЕС. 18 февраля премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон предупредил ЕС, что выход королевства может вызвать эффект домино и дестабилизировать остальную Европу. Флагманский аппарат южнокорейской компании Samsung поступает в продажу в пятницу. Накануне в Сеуле состоялась очередная презентация достоинств новейшего смартфона Galaxy S7. Эта модель с одинаковым успехом работает как под водой, так и на суше. Владельцам Galaxy S7 будет сложно отличить виртуальную реальность от объективной действительности. Нужно лишь обзавестись специальными очками. Новая камера способна снимать панорамное фото и видео с углом обзора 360 градусов и тут же загружать их в социальные сети. Глава мобильного подразделения концерна Ко Дон Чин заявил, что количество предварительных заказов на S7 оказалось выше, чем планировалось. Приоритетным рынком сбыта Samsung считает Китай. В компании надеются, что благодаря новой модели им удастся догнать и перегнать основных конкурентов. Я проверил некоторые магазины, переписку с заказчиками и план по маркетингу. И пришел к выводу, что с этого времени мы сможем добиться хороших показателей в Китае. Концерн не сообщил, сколько предварительных заказов принято до начала продажи. Несмотря на то, что S7 обладает более разнообразным набором возможностей, некоторые аналитики считают, что в течение первого года спрос на новый смартфон будет ниже, чем на предыдущую модель. Надин не младшая сестра, не дочь и не племянница Нади Тальман, директора Института медийных инноваций при Техническом университете Сингапура. Надин – робот, которому Тальман придала собственные черты. Исследовательница решила сделать андроида в женском обличье похожим на себя, чтобы понять, можно ли сымитировать в машине не только внешность, но и манеру поведения человека. Тальман говорит, что хотела наделить свое творение разумными эмоциями, а также способностью расширять словарный запас, чтобы Надин могла вести разговор с конкретным человеком. Сейчас она способна отвечать на сотни тысяч вопросов. По словам Тальман, робот-гуманоид может оказаться полезным тем пациентам, которые постоянно нуждаются в обществе других людей.
Если оставить таких людей в одиночестве, они быстро опускаются. Им нужно постоянное общение. Надин может быть с ними, когда больше нет никого рядом. Читать им книжки, поддерживать разговор, играть в простые игры. Тальман показывает, что андроид может проявлять человеческие эмоции. Например, сочувствие или гнев. Как-то она назвала Надин ужасной. Та заявила в ответ: «Прекрати разговаривать со мной». На вопрос, сможет ли Надин отличить человека от машины, Тальман с уверенностью отвечает положительно. Я знаю ее очень хорошо. Между нами есть контакт. Но других людей она поражает. В перспективе она может стать настоящим компаньоном. И все же Надин пока далеко до человека, хотя она очень похожа на реальную женщину, говорит студент Шон Тан. Через какое-то время, понимая, что ее движения могли бы быть лучше, но ее реакции, ее интеллект — это реально круто. Робототехники работают над руками Надин, чтобы она могла брать предметы и держать их. По словам ученых, у них пока нет планов по коммерческой эксплуатации роботов-компаньонов, наделенных человеческими чертами. Самая крупная покупка в истории европейских музеев. Лувр и Голландский музей искусств совместно приобрели два полотна Рембрандта. Стоимость покупки – 160 миллионов евро. Французский и голландский музеи внесли равные части этой суммы, по 80 миллионов каждый, на счет семьи Ротшильдов, в которой портреты хранились последние 130 лет. На портретах изображены богатый житель Амстердама Мартин Солманс и его невеста. Оба накануне свадьбы. Картины торжественно представили публике в Лувре. Честь продемонстрировать приобретение выпала президенту Франции Франсуа Оланду, королю Нидерландов Вильям Александру и королеве консорта Нидерландов Максиме. В течение нескольких недель полотна будут выставлены в Лувре, а потом уедут в Нидерланды на реставрацию. Ранее решение правительства Голландии потратить 80 миллионов евро на покупку произведений искусства вызвало недовольство части населения. По данным опроса, проведенного агентством Maurice de Hond, намерения властей поддержали только 36% жителей страны, тогда как 56% посчитали, что можно потратить эти средства на куда более важные цели. Французский дом Луи Виттон представил на Парижской неделе моды новую осенне-зимнюю коллекцию. Подиум напоминал пещеру с кристаллами. Модели шли по стеклянному полу с геометрическими узорами. Каждое дефиле отражалось в бесчисленных гранях огромных зеркальных колонн. Глава дома Николя Гискьер для этой коллекции выбрал агрессивные цветовые сочетания. Черный цвет присутствовал в каждом комплекте и соседствовал с белым, красным, желтым, оранжевым, синим. Узкие кожаные брюки, пальто с косыми застежками-молниями, жакеты, дерзко открывающие пупок, тяжелые ботинки с высокой шнуровкой и темно-бордовая помада на губах – нежными такие образы уж точно не назовешь. А вот новая коллекция модного дома Валентина – «Оды женственности и грации». Дизайнеры Пьер Паоло Пичоли и Мария Грации Кьюри нашли вдохновение в русском балете и перенесли его на парижский подиум. Модели с собранными в тугие пучки волосами под звуки рояля легко дефилировали в балетных пуантах. Невесомые тюлевые платья, отделанные мерцающим шитьем, сменялись гладким струящимся шелком. Пастельные розовые, бежевые и пепельно-серые наряды перемежались комплектами, выполненными в темных тонах, словно черный и белый лебеди из знаменитого балета. По мнению критиков, коллекция больше напоминала творение театральных костюмеров, чем повседневный гардероб. Хотя будничных нарядов для офисных служащих от Валентина никто и не ждал. Вот это турнир! В Таиланде оседлали слонов, но не для прогулки, а для того, чтобы сыграть, сидя на них, в поло. Слоновий поло-турнир – яркая особенность этой страны и одно из главных развлечений для ее жителей и для туристов. В этом году за кубок таиландского монарха борются 10 команд со всего мира. Слоны такие быстрые, я и не думал, что они могут так бегать. Непередаваемое ощущение. Правила у игры те же, что и у обычного пола. Вот только вместо лошади – слон, а вот клюшки и мячи – обычных размеров. Игрокам, сидящим верхом на слонах, они кажутся очень маленькими, поэтому играть в слоновье поло нелегко. Это не просто игра, это еще и возможность сделать доброе дело. Все вырученные деньги мы передаем на благотворительность. И так помогаем слонам в Таиланде и других странах. Спортивные состязания посещают не только комментаторы и зрители, но и члены королевских семей из Европы и Азии, а также выдающиеся международные спортсмены и тайские звезды. Впервые соревнования по поло на слонах провели в Таиланде в 2001 году. Каждый год благодаря турниру удается собрать около полумиллиона долларов.